Мы являемся добровольческим отрядом из Российской Федерации. Призванным, получается, оказать помощь действиям. На территории Луганской Национальной Республики. Все ребята изъявили желание принять участие в специальной военной операции. По прибытию на территорию Луганской Республики местное управление использовало личный состав по назначению, соответственно, без соответствующей подготовки пускали на линию фронта без какого-либо взаимодействия с вооруженными силами Луганской Национальной Республики. Народной милиции в том числе. На данный момент мы вернулись на территорию Российской Федерации. Какой-либо помощи от руководства нет. Люди живут в разных регионах, в том числе на самых крайних ее отдаления, скажем так, в том числе на Дальнем Востоке, Архангельская область, да, Камчатка. Сахалин. Мурманск, да, там. С разных сторон. В общем, скажем так, отправляли людей просто на убой, как.